Ее нет. Не верьте. Я вам как специалист говорю, она там есть. Они 50 лет пытались разгадать историю, не историю, а секрет создания этой пленки. 3 раза ездили в Испанию, наблюдали, как выдерживается это вино, брали эту пленку. И только в 1944 году, ну, правда, война помешала, вот, они смогли лабораторным путем доказать происхождение этой пленки, ее получить. И с 1944 года Массандра делает херес каждый год. Для того, чтобы создать тот херес, который нам с вами налили в бокал, необходимо 4 года. Сортовой состав. Серделио, Альфилио, Верделио. Еще они Ирокоцители, Олиготе могут добавить. Но, повторяю, главное условие, то, что они выдерживают это вино до 2 лет. Молодое вино сначала года в дубе, потом до 2 лет под пленкой хересных дрожжей. Вот эта фотография, она сделана в хересном цеху Массандры. Ее нет. Не верьте. Я вам как специалист говорю, она там есть. Они 50 лет пытались разгадать историю, не историю, а секрет создания этой пленки. 3 раза ездили в Испанию, наблюдали, как выдерживается это вино, брали эту пленку. И только в 1944 году, ну, правда, война помешала, вот, они смогли лабораторным путем доказать происхождение этой пленки, ее получить. И с 1944 года Массандра делает херес каждый год. Для того, чтобы создать тот херес, который нам с вами налили в бокал, необходимо 4 года. Сортовой состав. Серделио, Альфилио, Верделио. Еще они Ирокоцители, Олиготе могут добавить. Но, повторяю, главное условие, то, что они выдерживают это вино до 2 лет. Молодое вино сначала года в дубе, потом до 2 лет под пленкой хересных дрожжей. Вот эта фотография, она сделана в хересном цеху Массандры.